том, что в принципе уже какую-то работу можно выполнить. Если это срочности никакой не требуется, можно оставить дальше до и подождать, пока загорится целиком. Лампочка зеленая, соответственно, будет 100% заряд. То есть, ну, 80% вот, там за какое время? Ну, это не измерялось, как бы, то есть, в принципе, как правило, это, ну, те же самые 2/3. Как по тротуару Хвачкова ставить становится? Не пойму. Сюда не ставится. А, не ставится. Машина целиком другая. То есть, а, есть она либо машина вот просто, такая да. машина. Я думал, что это на валу, на шпиндель можно менять патроны. Машины разные. Вообще было бы. А, либо так, либо так. Да, да, она сколько? Либо идет сразу вот с таким хвостовиком квиклок, либо она либо идет с патроном, с кулачковым патроном. Да. А вот high-low, да, я понимаю, это оборот. Да, это передача, передача? Да, то есть низкая, высокая передача. При этом эта машина при сверлении большими диаметрами не передает никакого момента на руки. Ну, это по принципу ударная перековерка, но у нее немножко другой принцип работы, не немножко, а целиком. Тяжелый редуктор там здоровый такой, да? Да, там большой редуктор, способный переваривать такие задачи. А сколько у нее оборотов? 10 тысяч. Да нет, ну, оборот низкооборотистая. Это низкооборотистая, максимально на второй передаче у нее 950 оборотов. Угу. Ну это как аналог низкооборотистых грилей. Да, да, да. Как эти, как низкооборотистые грили, да, при этом зачастую не обладают никакими муфтами, то есть они разматывают оператора при таком сумасшедшем моменте. Ну вот, как миксер можно использовать. Как миксер? Ну низкие оборотистые, там тоже шестигранник. Нет, ну ради бога, с кулачковым патроном, наверное, можно. Мне очень удобно будет миксер. Чему? Такие, у миксера такие же эти, он шестигранные эти, у насадок. Да. Кулачковый патрон можно будет ставить, миксер как бы без проблем. Вон миксер есть, можно посмотреть. Как раз низкие оборотистые. А вон второй торчит, который тоже резьбовой. А, ну да, у них резьбовое соединение. Да. Но не у всех. Ну один вставлен, а вот второй... получается. Передача у него вот только вот либо высок, ну, первая, вторая, да, грубо говоря. Да. Вот посередине промежуточного там ничего не будет, да? А зачем? Есть. Не, я думаю, что может плавная, либо ступенчатая. Нажатие регулировка. На клавишу. А, ну да. Регулировка скорости все равно происходит, поэтому плавно засверлиться, либо что-то все равно можно будет делать. Ну да. Ну, так это не все, да, еще вышло, да, что это? Ну, приехал, я вижу, что. Новинка, да? Ну что-то задерживается. Отвертки, да, пустотелы там. Отвертки? Нет, почему? Отвертки, пустотелы уже продаются. Уже давно, да. То есть они вполне доступны. То есть, а я разве в прошлом не привозил вам, в прошлом году не показывал отвертки пустотелы? Не было места подачи. Нет, отвертки пустотелы продаются уже. Вы знаете, для чего, да, она применяется? Ну, вот эти кондиционерчики, да, вентиляция. Вентиляция, кто сейчас со шпильками работает? Шпилька на скользкий затвёрк.